Слотокін. Королівський сезон починається. Пане Романе, окрім цього, статистики 8 калібрів і 15 шахедів, також відомо, що ми збили К-52. А скажіть, будь ласка, нагадайте, оцей от алігатор К-52 – це найкраще з гелікоптерів, що має Росія? Ну, это один из, у них целая линейка есть, 3-4 аппарата, которые выполняют боевые задачи довольно-таки неплохо. Вот К-52, К-52М, это уже с ракетами «Элмур» с дальностью 500 километров, К-52 с ракетами дальностью «Вихрь-1» дальностью до 10 километров. То есть вот эти аппараты, они, конечно, доставляют нам много хлопот, но мы научились их сбивать. Наши группы, которые заходят на определенную глубину, разведка может заходить до глубины больше 10 километров, потому они их перехватывают на подходе, неся с собой, допустим, какие-то из принесных зенитно-ракетных комплексов и уничтожают. Потому есть уже механизм, нащупали мы тот механизм без авиации, как воздействовать на эти вертолеты. Ну, конечно, с авиацией это было бы намного, намного эффективнее, они бы даже не взлетали. Пане Романе, є також цікаве повідомлення навколо турецького судна, яке заходило в Чорне море. Воно називається «Сукара Окан». Там турецький екіпаж. І що повідомляють? От РІА Новості вчора російські повідомили наступне, що вони зупинили його і обшукали. Інформнапалм наш спростував цю інформацію, сказав, що це все неправда. Екіпаж турецький проігнорував попередження, хоча були від російських військових. Потім з'явилось якесь відео, начебто як пірати, військові росіяни нібито десантувалися на цей корабель. Але в мене загалом питання по-іншому. Тобто Росія фактично атакує турецьке судно напередодні зустрічі Ердогана і Путіна. В что это может вылететь? А ну здесь важнее, как россияне это все подали. Как раз россияне подали так, что они перехватили, обстреляли, остановили турецкое судно, досмотрели с помощью досмотровой группы и потом вроде как отпустили. То есть такой акт даже в информационном пространстве, даже если этого не было, ну то есть или не было каких-то деталей этого акта, сама информационная подача, тем более от официальных лиц России, говорит о том, что Путин действительно собирается к Эрдогану и попытается говорить с позиции силы. Но зная Эрдогана, то это еще тот барыга, с одной стороны, он все-таки все эти зерновые сделки, все это трафик через себя пропускает. Но у Эрдогана есть еще одно лицо воина. Вот когда это лицо воина у него включается, или, по крайней мере, та часть его натуры, то россиянам может мало не показаться. Потому мы увидели прекрасно, то есть пока они там увещевали россиян не заходить в свое воздушное пространство несколько раз, а потом, когда это надоело, в конце концов, на несколько секунд самолет зашел, его тут же сбили. И вот это, когда уже лицо воина увидит Путин, то и Эрдогана, то там действительно мало может не показаться. Все-таки движение через Босфор полностью контролирует Турция. Потому это может быть просто пока предварительное надувание щек у российской информполитики, ну, естественно, при подготовке этого контакта. Я думаю, Эрдоган правильно решит. У него все-таки возобладает воин над барыгой, и он в конце концов решит в свою пользу, в пользу уже самой Турции, самой страны. Пане Роман, трішки поговоримо про тимчасово окупованому Криму. Є багато інформації, так виглядає, що кільце звужується навколо Криму, тому що були удари по мосту, був білий дим, так, кажуть, що це захист від дронів, які ми можемо в останню мить скеровувати. А також був чорний дим. Наскільки я розумію, чорний дим – це є самі влучання. Ну і, власне, Бен Ходжес, це колишній командувач військами Сполучених Штатів Америки в Європі, назвав стадії і кроки, як нам перемогти в цій війні над Росією. І ключову роль тут відіграє, за його словами, Крим. Ну, Бен Ходжес, з одної сторони, це показує з точки зрення того, що якщо ми освобождаємо Крим, то після цього росіянам Донбас, оказується, просто не нужен.
Ну, с этой точки зрения он тоже прав, хотя Крым освобождать надо именно в последовательности такой. Сначала Крым, потом Донбасс. Из-за того, что не освободив Крым, нельзя браться за Донбасс, так как крымская группировка российская может повторить прошлогодний выход и заход нам в спину. Потому вот с этой точки зрения, с военной точки зрения, не с политической, тут Бен Ходжес чуть-чуть еще политику просто, геополитику цепляет. А с военной точки зрения нам важно освобождение сначала Крыма, вплоть до того, что даже не освобождение Запорожской там, или части Херсонской области, а вот даже один выход с Херсонского направления в Крым, освобождение Крыма, а потом уже работа над Херсонской, Запорожской областью, Донбассом. Именно в такой последовательности важно выполнять боевые действия, так как мы обезопасим этим свой тыл. Без полностью безопасного, чистого тыла двигаться в сторону России, допустим, на восток, очень сложно. Это может даже иногда, можно сказать, и смерти подобно. Почему? Потому что у нас все-таки ограниченные ресурсы, ограниченные и людские, и техники. Потому здесь надо выбирать именно вот такой щадящий, я бы так сказал, с одной стороны, путь, и 100%, путь со 100% гарантией. Потому сначала точно Крым, ну а с Донбассом уже потом посмотрим, как будет влиять потеря Крыма на российское руководство. Хотя, исходя из тех действий последние, за последние полтора года, россияне успели и зайти под Киев, и уйти из-под Киева, и на Харьков зайти, и уйти из Изюма, с Харьковской области, зайти на правый берег Днепра, уйти с правого берега Днепра. Не сильно это их раскачало, по крайней мере, во внутренних каких-то политических делах. В этом смысле российское стадо, оно аморфное. Оно бэкает, мэкает, а все равно смотрит на пастуха. Потому я не думаю, что именно освобождение Крыма как-то ударит по российской власти, что они там бросят Донбасс или еще что-то. Нет, не так. Ну вот освободить Крым для того, чтобы обезопасить тыл, это уже 100% именно в такой последовательности.